Здравствуйте, вы на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как включить такую функцию, как полупрозрачное окно в приложении Obsidian. Для этого нужно зайти в настройки в нижней панели экрана, вот здесь. Нажимаем «Оформление», идем в самый низ, в «Расширенные настройки». И видим такую функцию, как полупрозрачное окно. Включаем. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!